Привет, друзья! Добрый вечер, команда, любимая. Как нас слышно? Поставьте плюсики. Пока вы ставите плюсики, мы представимся. Сегодня с вами Булавцев Михаил. И Лилия Донскова. И мы с вами начинаем онлайн-банкет интернет-проекта «Карьера онлайн», посвященный итогам каталога Oriflame номер 13. Горяченький был каталог, да, ребят? Ну-ка, поставьте бурные аплодисменты. Как прошел каталог? Я, знаете, вообще балдела в субботу, особенно, когда вот это шло по нарастающей, такая Движуха, динамика. поздравления. Да, начали скидывать поздравлялки, такая, вау, какие результаты долгожданные. Молодцы, вообще Как крутяк. говорится, цифра 13 – счастливое число, поэтому 13-й каталог у нас был счастливый, переломный, и с этого момента у нас будет Мощный огромный, рост. мощный рост. И тому подтверждение цифры по результатам каталога номер 13. Товарооборот нашей команды составил 15 058 бонусных баллов. Все цифры вы видите по России. Товарооборот у нас увеличился почти на 25%. Это отличный показатель, и теперь необходимо держать данный темп. Супер. Wellness 2968 баллов, это 20% от общего товарооборота. И мы прям вот крутышки, но должны еще лучше сделать, ребят. Цель Wellness 50% от общей доли товарооборота. Ну, о Wellness мы поговорим чуть позже. Хорошо. К нашему проекту в каталоге номер 13 присоединились 93 человека. 35 из них стали рекрутами. Конечно, эта цифра мощная, 170% прирост по сравнению с прошлым каталогом. И мы молодцы в этом плане. Да-да. Два человека у нас прошли первый шаг стартовой программы и стали квалифицированными рекрутами. И реактивировано, то есть разбужено 41 человек. Это с плюшки, сейчас прям секунду, отключу интернет на телефоне. Это звук выключи. Вот. Это очень круто, посмотрите, 116% по сравнению с прошлым каталогом. То есть в прошлом было, по-моему, 16 всего человек. 19. Да, ну, конечно же, круто. У нас столько людей получат тушь подарок от компании «Тушь Джиордани». Ну, и мы просто молодцы. Давайте друг друга похлопаем. Это очень суперски просто. И важно помнить, что реактивировать, обудить людей нужно не только в акции реактивации, в такие вот временные кампании, но и все время. То есть просматривать свою структуру, прозванивать всех и, конечно же, спрашивать людей, с какой целью они пришли в наш проект, зарабатывать или пользоваться продукцией со скидкой. Я вам скажу даже больше. Просто не надо людям давать засыпать. Ребят, ну если человек пришел изначально зарабатывать, так нафига ему уходить в спящее состояние, в летаргический сон, если деньги, вот они тут на поверхности, их нужно просто брать, делать заказы, вовлекать в это всех людей и так далее. Прям медведи какие-то, все в спячку. Ну не говори, еще Маши на них не хватает, да, как в мультике. Двигаемся дальше. Они точно спать не будут. И теперь самая наша интересная, самая прибыльная, самая потрясающая тема – это премьер-клуб. И давайте посмотрим на результаты участников премьер-клуба в предыдущем каталоге. Ну, красавцы! 47 человек с личным заказом от 150 баллов. Барабанная дробь. И ребят, выше. Ребят, смотрите, суммарно всего 47 человек сделали директорский товарооборот, даже больше. 8428 баллов. То есть директорская команда делает 7500, а это всего 47 человек. Делайте выводы, найдите таких активистов, 47 человек, даже поменьше, а лучше еще больше, и вы все время будете супер вообще, супер командой, супер динамично развиваться. И главное, чтобы это все дублицировалось. То есть вы нашли такого человека, научили его, и скажите ему, найди тоже такого человека, научи его делать то же самое, и мы с тобой очень быстро будем зарабатывать деньги. Супер! Вам аплодисменты! Премьер-клуб! Молодцы! Вы супер! А, ребята, кто у нас первый раз вошел в премьер? Поставьте единичку. Да нет, пятерочку поставьте. Чего уж единичку, да? Надо пятерку себе. Кто первый раз вот вообще? А кто с первого раза? Вот пришел в команду и сразу, нате вам 150 баллов.
Поздравляем наших активистов, кто Героя, впервые прям у нас квалифицировался в премьер-клуб. Отлично. В этом каталоге подтверждаете данные действия и получаете дополнительно скидку 50% на любой продукт. да, Очень кстати, это приятно. очень выгодно. А теперь давайте посмотрим на топ-10 по личным заказам. То есть 10 человек, которые у Так. нас бьют рекорды, ставят новые достижения. И эти 10 человек суммарно совершили заказ почти на 3000 бонусных баллов. Всего 10 человек, а? Да. Молодцы. И кто же это? Ну, конечно же, в этом каталоге наше семейство Донского и Булавцев 565 бонусных баллов. Склиренко Мария, 335 баллов. Маша, супер. Третье место Варгина Наталья, 331 бонусный балл. Юху, крутышки. Казначеева Ирина, 234 балла. Труфахкина Анастасия, 222 балла. Причем для Насти это личный рекорд. Вообще крутышка, да, потрясающий умничка. результат, А Настя. по-моему, Настя как раз и тот человек, который с первого, да, каталога пришла, да, и сразу стал делать, да, заказы такие огромные. Молодец. И Федорова Светлана, 219 баллов. Седьмое место у нас разделяют Рябова Лариса и Герман Виктория с результатом 212 бонусных баллов. Алексеева Татьяна, 210 баллов. Мальцева Ольга, 200 баллов. И Попова Алена, 194 балла. Ура, ура! Красавцы, ваши красотки. Двигаемся дальше. Как вы это делаете? Обалдеть просто. Ну, ждем семинар, ждем планерки, ждем просто видеоролики. Да, делитесь в чатах. Делитесь информацией, да, как вы достигаете таких результатов. Маша, другого от тебя не ожидала. Ребята, это мой любимый раздел, который будет озвучивать Миша. И сейчас как раз тот самый продукт, который Лиля хочет, Лиля и вся наша команда хочет подвести товарооборот до 50%, это wellness-продукция. На текущий момент, как вы видите, у нас 20%, почти 3000 баллов товарооборот нашей структуры. Почему именно wellness? Мы заботимся о красоте, о здоровье нас и окружающих людей, поэтому нужно продвигать именно здоровый образ жизни, здоровое питание, витамины. Особенно данная тема актуальна, очень актуальна для девушек, для женщин, потому что... И для всех, кто хочет просто дольше жить и жить полноценно. Перебиваешь. Потому что у девушек сразу заметны будут... результаты на волосах, на коже, кожа, на ногти, ногтях, да, поэтому берите на вооружение. Wellness, I love you. Листай Итак, дальше. Поехали. И топ-10 wellness лидеров по потреблению wellness составил в общей сложности 1406 баллов. Почти половину от общей суммы. Wellness-продукция. Первое место 219 баллов Донского Булавцев. Ну, это мы так скромненько. Второе место у нас Казначеева Ирина, 168 баллов. Антипина Алена, 142 балла. Кондрина Олеся, 124 балла. Варгина Наталья, 123 балла. Да. Да. Давыдова Александра, 116 баллов. Федорова Светлана, 115 баллов. Максимова Людмила, 114. Йоху! Бахматова Олеся, 100 баллов. Труфайкина Анастасия, 100 баллов. И замыкает у нас десятку лидеров Патрина Валентина с результатом 85 бонусных баллов. Ну, вкусно? Круто. Очень вкусная тема. И полезная. Ой, вау. И еще такое классное достижение нашего проекта. За этот каталог у нас, наверное, больше всего количество участников, школьников, которые учатся в нашей бизнес-школе. У нас самое большое количество, 8 дипломов, и мы хотим вручить при всех, чтобы вы видели героев. И тех людей, которые прошли школу до конца, ребят, этих людей нельзя упускать. Включайте фанфары. Да, их нужно досконально включить в работу, чтобы они не просто, да, прошли школу и диплом повесили себе на полочку, а чтобы эти люди стали нашими директорами. Итак, первое награждение. Вероника Журавлева, очаровательная красотка, получает диплом за успешное прохождение бизнес-школы. Ура, ура! Поздравляем, Вероника! Следующий диплом вручается Анастасии Сигаевой. Это вообще юная леди, школьница, да, успешно прошла бизнес-школу и, надеюсь, включится в работу на 100%. Конечно.
Поздравляем Ольгу Никишину с окончанием школы, с получением диплома. Ура! Хлопаем. И диплом награждается Елизавета Иванова, наша активистка. Она уже активно рекрутирует и даже выступала у нас на одной из планерок. Лиза, успехов, быстрого, мощного роста по карьерной лестнице. Поздравляем Ирину Мельникову с получением диплома, с окончанием нашей бизнес-школы. Молодец, красотка просто. Мы вчера уже пообщались. Думаю, что результаты будут супер. Поздравляем Валентину Курудимову, очаровательную девушку, которая не просто, да, вникла в эту школу, она завалила вопросами такими серьезными. И я думаю, что благодаря такому отношению будет действительно хороший карьерный рост. И быстрый результат. И... И поздравляем Оксану Малышкину с получением диплома, с окончанием бизнес-школы. Оксана у нас активно проходила школу, буквально каждый день просила выслать ей новый урок, да, потому что она их щелкала, как орешки. Молодец. Успехов в работе. И еще один диплом. Очаровательная красотка. Еще, оказывается, это восточная красавица. Ну, то есть... танцует восточные танцы в шикарных костюмах. Да, было такое желание поставить фотографию на диплом, где она там в шикарном костюме, вообще неузнаваемо. Леночка Шейна, супер, красотка, умничка, наш самый активный рекрутер, который действительно не дает нам скучать, заваливает работой наших менеджеров, спикеров, которые проводят скайп-собеседования. Лен, продолжай в том же духе, задавай жару, пылу всей команде, показывай пример, и тем мощь карьерного роста, как и всем, 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 молодцы. Не знаю, все это дипломы или нет. Все. Всем. И на такой вот позитивной ноте я передаю микрофон менеджеру команды Булавцу Михаилу. Листай. Ну ладно, листай. Спасибо большое. И теперь подведем итоги работы нашей команды. И хочу начать подводить итоги с новых результатов. И у нас новый результат. Открыла новый уровень Людмила Максимова. Консультант 3%. С личным заказом 150 баллов, групповым 181. И у Людмилы сразу уже появился один активный новичок в команде. Стоило Людмиле попроситься к нам в ключевую команду, в ключевые партнеры, ознакомившись с требованиями к ключевым партнерам, увидев пункт, что необходимо всегда являться участником премьер-клуба, как Людмила сказала, легко, надо, так значит сделаю. И вот результат. Круто. Да, честно, сразу не ожидали. Поздравляем. Через 5 минут пишет, все, заказ я сделала. И если вы заметили, то там в основном был wellness. Молодец. Активные партнеры. Ой, а можно я поздравлю тоже? Хорошо. Я не могу. Обожаю эту фотографию. Да, ребят, вообще классно, очень приятно поздравлять. Особенно приятно поздравлять ребят, которые вот, на которых не просто сваливается, да, там спонсорская поддержка, результаты идут, а кто действительно сам пашет, преодолевает трудности и независимо ни от чего продолжает переть в гору. И я с огромным удовольствием хочу поздравить эту очаровательную девчонку, мамочку 4 детей, вы видите всех ее четверняшек. Покажи нам фотографии, где она, да, потому что здесь сложно узнать, угадать. Да, угадайте, где Наталья. Наталья, ты просто молодчина. Знаешь, вот эта страсть, с которой ты относишься к делу, вот это желание и просто позитив и непреклонное, несгибаемое вера в победу, она окрыляет не только тебя, а всех нас. Я просто, да, это просто вау, такая семья красивая, классная, очень живая и искренние, общительные люди. Просто счастлива, что ты в нашей команде. Вообще у нас команда суперская, да, каждый человек — это просто целая вселенная, о каждом можно историю рассказывать бесконечно. Супер, Наташ! Поздравляем тебя с результатом 6%, с таким мощным заказом. Я знаю, что это не свалилось на тебя просто так, а ты этого достойна и достойна еще большего. Директорская команда тебя заждалась. Вперед! Ждем. К победе! Ждем. В тебе есть все для того, чтобы вести людей к успеху. Используй свой потенциал, помогай людям лучше жить. И у тебя все получится. Спасибо большое, Лиль, за такие потрясающие слова, потрясающие поздравления.
Спасибо всем за поздравления, Наталья. И двигаемся дальше. У меня аж Активные... это слезы счастья меня аж прям Ну, не переполняют. плачь, не плачь. Активные новички в каталоге номер 13 по нашей команде. Москвина Мария, Малышкина Оксана, Гришина Алена, Кутузова Ольга, Авдошина Юля, Чаюн Юля и Юн Наталья. Вот такие вот у нас активные новички, Классно. которые Самое главное, активировали у что... нас личный кабинет и включились в работу. Молодцы, молодцы, все сказал. Я прям рада. Ну и двигаемся дальше. Опять же, самая любимая наша такая... Премьер-клуб, ну Наш что тут? премьер-клуб, да. 11 человек с заказами от 150 баллов и Ух выше ты! совершили заказ суммарно на 2000 с небольшим бонусных баллов. Кто же это? И это у нас по нарастающей идут. Соломатина Юля, Максимова Людмила, Булавцев Михаил, Ежова Мария, Макарова Зинаида. Листаем дальше. Худякова Катарина, Бахаева Екатерина, Разницына Наталья, Герман Виктория, Казначеева Ирина и Варгина Наталья лидирует у нас, В этом каталоге. закрывает наш список лидеров, участников премьер-клуба. Аплодисменты, ребят, хлопаем как себе. Продукция Wellness. Тоже следим за данной продукцией. Огромное количество в нашей команде подписок Wellness и Wellness Life Plus даже. Поэтому 811 бонусных баллов суммарно Вот. набрали с командой. Здесь мы уже перечислять всех не будем. Можете сами посмотреть. Обращаю внимание на Казначееву Ирину, которая уже, я даже не знаю, Ну, четвертый каталог как раз да, был. у нее, Wellness Life полный, да. подписка. Очень выгодно, конечно. Иринка, я не знаю, она сейчас не Не в комнате. только одна Wellness Life подписка, но еще и дополнительно Wellness продукцию берет. И поэтому вы видите результат 168 бонусных баллов. И это из каталога в каталог. Да, молодец. Так держать всем. Все. Все, да. И под девизом новой компании Oriflame, Oriflame 3D действуем, дерзаем и достигаем новых и новых результатов. Вперед! И сейчас мы передаем микрофон следующей команде. Олесе Бахмутовой. Мария Склиренко готовится. И, Олеся, тебе слово. Поздравляй свою команду и всех-всех-всех. Ура, ура! Встречаем Олесю. Привет, привет всем! Люсики, как мне слышно? Рада вас всех видеть. Поздравляю вас всех с окончанием 13-го каталога. Сейчас озвучим итоги нашей команды. Поздравляю также с началом 14-го каталога. И поехали. Здесь вы видите мою команду на двух слайдах. Вот здесь на данном слайде команда Гагарина и Светланы. И хочу сразу отметить, что команда Светы Гагариной отличилась в 13-м каталоге. У них огромная активность среди всех моих команд. Вот. И сейчас озвучу результаты, что у нас произошло за 13-й каталог. В команду к нам пришло 29 человек. И здесь вы на слайде видите наших рекрутов. Очень здорово, что компания ввела такую акцию с бесплатной регистрацией. У нас увеличился переход из стартеров в рекруты, и из 29 человек активировали свой номер, свой бизнес, да, 12 человек, 12 рекрутов. Я не буду перечислять. Кто себя видит, ставьте смайлики, мы вас приветствуем в команде. Добро пожаловать и желаем вам огромных-огромных успехов в начинаниях. Вот. И активность по нашей команде 93%. Вот. Дальше поздравляю нашу звездочку Елену Шейну с новым, с первой ступенькой 3% по карьерной лестнице. Она у нас вошла в премьер-клуб и сразу получает свой доход с личным товарооборотом 155 баллов. Лена у нас из команды Светы Гагариной. Как сказала Лилия, она нам не дает отдохнуть, так скажем, в хорошем смысле слова. Проводим собеседование. Она у нас отличный рекрутер, приглашает очень активно людей на собеседование.
Вот, так держать. Молодец, Лена, продолжай. Мы только рады этому. Вот, дальше. Анма Гладкая тоже вступила у нас в премьер-клуб и достигла 3-процентной ступеньки по карьерной лестнице. Также поздравляю с новым уровнем. Вот, тоже из команды Светланы Гагариной. Вот, Света у нас, Аня у нас также, я не сказала, Лена у нас работает, да, на наемной работе, на основной. Также и Аня у нас тоже наемный работник, так скажем. Я вам, девчонки, желаю скорейшего увольнения. Конечно, об этом мечтаете. Стать свободными, счастливыми вместе с нами в компании Oriflame. Вот. Да, желаем вам скорейшего открытия индивидуального предпринимательства и уже получать свои доходы, свои начисления. Также хочу поздравить Валентину Патрину, спонсора Анастасии Труфакина, со вторым шагом программы. Плюс также она получает свой доход с группового товарооборота и вступлением в премьер-клуб. Ну, по-моему, она уже у нас была премьер-клуб в прошлом каталоге, она получает второй шаг, шикарный такой набор костюм. Вот. И идем дальше. Валентина у нас, кстати, тоже, она работает бухгалтером. Тоже также желаю скорейшей свободы. Вот. Нашу звездочку поздравляю с новым уровнем. 6%. Настя к нам совсем недавно шла. Она наша зажигалочка команды. Заряжает своим позитивом всех с раннего утра. Каждый день она пишет нам какие-нибудь такие приятные, как скажем, приветствия вот, в чатах. Всегда заставляет всех улыбнуться. Вот, она у нас вышла на 6-процентный уровень. Она из команды Галины Брюхановой. Вот, также поздравляем Настю, аплодисменты. И идем дальше. Также у нас на 6-процентный уровень вышла Лариса Ангел, тоже из команды Галины Брюхановой. У нее растет команда. Групповой товарооборот уже 573 балла. Я надеюсь, в скором времени она у нас также приступит к рекрутированию, к приглашению. Это тоже неотъемлемая часть нашей работы для нашего роста в компании. Вот, поздравляем Ларису. Вот, идем дальше. Все, так, и у нас наши участники премьер-клуба, те, кто выполняет планы по личному товарообороту от 150 баллов. 15 человек в команде. Тоже не буду перечислять. Все вы сидите, кто себя видит, ставьте смайлики, восклицательные знаки, восьмерочки. Всех приветствуем. Так держать. Вот. И следующий слайд у нас участники, потребители wellness-продукции. По всей команде потребление на 1116 баллов. Это отличный результат. Мы за здоровый образ жизни. Это 16 человек в нашей команде. Тоже ставьте смайлики, пятерочки, восклицательные знаки. Продолжайте все потреблять wellness-продукцию. Будьте здоровы и счастливы. Счастливы. Все, наверное, да? Слайды закончились. Вот. Желаю всем успехов. В 14-м каталоге выйти на новые уровни. Вот. Передаю слово. Всем пока. Как меня слышно? Поставьте плюсики. Вижу, что слышно. Ага. Все, видимо, что-то немножко компьютер сводит с ума. Всех приветствую. Сегодня у нас шикарный банкет, как всегда. И я представлю свою команду, интернет-команду, менеджера моей Скриенко. Давай, Лиль, дальше. Чтобы быстренько, динамично.
Мария Скоренко, у меня в этом каталоге 7 личных регистраций. Подождите, все. 7 личных регистраций, 335 баллов личных заказов и 49 каталогов. Я нахожусь в премьер-клубе. Подаяться. В общем, практически с самого начала. Давай дальше. Не хочет перелистать, да? Дальше у меня... У меня три веточки сейчас активны. И я представлю по очереди. Первая ветка – это ветка Людмилы Викулиной, что Люда сегодня находится в комнате. У Люды... Люда тоже работает на наемной работе, но тем не менее... Постоянно рекрутируют, и такие результаты в этом каталоге. Не 10 личных регистраций, 155 баллов личный заказ, и она один каталог находится в премьер-клубе. Люда, могу сказать, что очень долго не была в премьер-клубе, но как только первый раз, в принципе, сделала 150 баллов, то это сейчас для нее не составляет никаких проблем, и она каждый каталог делает личный заказ 150 баллов, так что это очень легко. И, в принципе, никаких проблем не возникает. Давай дальше. Следующую девушку хочу представить своей команде. Тоже ветка, конечно же, выгодна. Люда вот пишет. Можете спрашивать, как она это делает. Думаю, что обязательно поделится. Наталья Алешина. 8 личных регистраций. 21 каталог в премьер-клубе. 150 баллов личный заказ. Давайте дальше. Очень сильная такая у меня эта ветка, очень такие ключевые партнеры в этой команде, поэтому очень они меня радуют. Елизавета Иванова, 3 личных регистрации. Лиза тоже у нас делает такие маленькие первые шажки, но отличилась регистрациями в этом каталоге. Дальше давайте. Анастасия Тушминская, стартер 13-го каталога, буквально вот только пришла и активировала свой личный кабинет небольшим заказом, но тем не менее она хочет работать, поэтому решила, что личный заказ на 2 года у нас сейчас идет, 6 баллов дела, спонсор Наталья Алешина. Дальше. Алевтина Новикова, стартер 13-го каталога, вот сегодня планирует разместить заказ, и у нее уже имеются 2 личных регистрации. Пришла буквально не так давно, еще даже не прошел 21 день, уже активно рекрутирует спонсор Людмила Викулина. Постоянно на связи, постоянно общаемся. Давайте дальше. Светлана Берг. Тоже стартер 13-го каталога. Девушка сразу предупредила, что у меня сейчас возникли небольшие проблемы, но тем не менее сделала личный заказ, чтобы команда под ней строилась. Я считаю, что это правильное решение и правильный выбор. Небольшой заказ, 3 баллов, но тем не менее 2 года она уже будет в проекте и сможет в любой момент вернуться. Так что своих новичков к этому подводите. Даже если у них возникли военные проблемы, трудности, то обязательно нужно сделать заказ и двигаться вперед. Спонсор Людмила Викулина. Давайте дальше. Вторая ветка. Немножечко Вика отходила от работы, были на то свои причины. Сейчас думает снова... Звездных премьер-клуб начала будить своих девочек и личный заказ 156 баллов. Дальше. Реактивированный человек, Талеева Вероника. Я замечаю, что понимаю, что это отличная реактивация. Вика молодец, хорошо поработала. Талеева Вероника не только получила тушь в подарок, который у нас шла по акции со спящими консультантами, но и сразу же вошла в премьер-клуб, где, в принципе, раньше всегда и была. 150 баллов личный заказ. Дальше. Воробьев Сергей, 13 каталог в премьер-клубе. Сразу могу сказать, что начал 150 баллов безоговорочно. И сейчас тоже, в принципе, стабильность, признак мастерства. 150 баллов постоянный премьер-клуб. Я могу сказать, что у этих людей, что у Талеевой, что у Вики, что у Сергея, они находятся в
паре, у них там СПО, вот у человека есть, потому что он в городе, а у Вики и у Вероники нет СПО, и они заказывают заказы и платят за доставку 1500, там было за какое-то количество. Так что не то, что мы 150 рублей, а 1500 можно легко платить и все равно делать заказы в любимой компании. Поминала Иза. 170 баллов личный заказ. Такой активный потребитель. Ну, тем не менее, молодец. Второй вроде бы каталог в премьер-клубе. Давай, Лиль, дальше. И моя третья веточка. Это я буквально только начала. Решила, что пора уже девчонок таких замечательных и самостоятельных. Люду, Наташу, Вику отправлять в плавание, так как не даю я им расти немножечко, да, как это говорят. Это моя третья ветка, и первый, второй уже получается там у меня рекрут, Бояр Махалгатханова. Там всего 12 каталога и личный заказ 29 баллов. Вот так, давай дальше. Это наш актив, все люди, которые оставшиеся, которых я не представила в каких-либо номинациях, я их не буду сейчас прочитывать, кто сделал заказ в текущем каталоге. Давай, Лин, дальше. Думаю, все, кому надо, себя увидели. Мало сейчас людей у нас в комнате, у многих дела, нет возможности. И такая мотивация для всех. Дела идут лучше, когда достаточное количество людей решает, что могут идти лучше. Мир меняется, когда простые люди идут вместе к общей цели. Я думаю, что все мы в нашем проекте идем к одной общей цели. И у нас обязательно все получится. Всем успехов, новых званий в 14-м каталоге и только вперед. Сейчас время роста началось, поэтому мы ни в коем случае не должны останавливаться, а только вперед и вперед. Давайте дальше. Ура! Ура, ура, ура! Как нас слышно, поставьте плюсики. Благодарю всех менеджеров за поздравления своих команд. Очень приятно видеть новые достижения, результаты, познакомиться с активными новичками. Ребят, вы просто огромные молодцы. И мы вам хотим пожелать, чтобы... Каримиш. Чтобы вы знакомились со своими партнерами, новичками, активными людьми не только на онлайн-банкетах, не только по интернету, но и, конечно же, вживую на мероприятиях, на конференциях компании Oriflame, международных конференциях, да, на лайнерах в Майами, в Токио и так далее. То есть осуществляйте мечту большинства людей на планете. Путешествуйте вместе с компанией Oriflame. И мы вам хотим сказать, что вот этот вызов от компании «Болгария», он достоин труда, этот вызов достоин того, чтобы попахать как следует. Вот, ребят, реально, это точно. Вот меня вчера один человек спросил, а какие у вас минусы в вашей работе? Я говорю, есть один минус очень жирный, какой? Я говорю, тут пахать надо. Если вы думаете, что вы записались к нам в команду и все на вас валится деньги, нифига, ничего подобного. Это не халява, это не финансовая пирамида, не лохотрон. 100% доходности здесь такого не будет. Только пахать, пахать и пахать. И тогда будут результаты. Поэтому мы вам хотим сказать, ребят, не складывайте ласты никогда. Да, не избавляйте оборотов, наоборот, наращивайте темп, делайте больше с каждым днем, анализируйте, что я могу улучшить, над чем можно еще поработать, что я могу дать команде еще больше, чтобы результат был лучше. И поверьте мне, этот результат придет очень быстро, если не останавливаться. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что поздравляли, были за позитив, да, за то, что мотивацию. Были поздравлены на данном банкете. И двигаемся дальше. Да, до встречи. Через 3 недели у нас будет супер опять банкет. И мы вам желаем, чтобы ваши фотографии были на слайдах лучших участников проекта. Миша. До встречи. Мы вас любим, ценим, благодарим. Вы лучшая команда на свете. Мы вас обожаем. До новых встреч. Пока.